Я приветствую всех подписчиков и зрителей моего канала «Одесса, 16 января». Сегодня в Беларуси начались совместные с Россией учения военной авиации. Сообщается, что будут задействованы все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО Вооруженных сил Беларуси. От российской стороны в учениях примет участие воинское формирование воздушно-космических сил. Учения пройдут с 16 января по 1 февраля. В связи с данными учениями воздушные тревоги могут объявляться чаще во всех областях Украины. В ходе обучения планируется отработать широкий спектр вопросов, а в частности, ведение воздушной разведки, совместное патрулирование воздушного пространства вдоль границы, авиационная поддержка группировок войск, высадка тактического воздушного десанта, доставка грузов и эвакуация раненых. Представитель воздушных сил ВСУ Юрий Игнат напомнил, что Россия с начала полномасштабного вторжения использовала территорию Беларуси как плацдарм для ударов по Украине, так же, как и их аэродромы тоже использовались с первых дней войны. Напряженная обстановка в связи с данными учениями, и есть высокая вероятность того, что или во время этих учений, или после этих учений может начаться наступление с территории Беларуси. Просто похожая обстановка была практически год назад, перед тем, как Россия начала полномасштабное вторжение на территорию нашей страны. У них тоже были учения вблизи с нашими границами, и после чего резко пошли в наступление. Наблюдаем за происходящими событиями. Я на связи, как будет появляться какая-то информация, сразу же буду сообщать. Берегите себя, берегите своих близких, подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео. Также не забудьте подписаться на Telegram. Туда я стараюсь публиковать новости в режиме реального времени. Всем мира, до встречи в новых видео, пока.